哎，可以是啊，这个香喷喷里面的已经非常甜美的贴毯，所以今天呢是我们2023年第一次和你香玛雅的联谊，然后我们线上呢也有来自于全国的中国奉献者的加入，所以我们以三声大大的哈一波欢迎所有的中国的奉献者，以及我们俄罗斯的、还有马来西亚的、还有泰国的所有的奉献者们，以及线上的家人们，并且我们真诚的欢迎我们的你香玛雅哈利克斯，哈利波，哈利波，哈利波。然后今天呢也是非常吉祥的，我们中国的元宵节，所以我们也为现场的家人准备了汤圆。那么到时候我们可以线上供奉给大家，通过 Zoom。然后当然今天也是拿着他们达斯塔库的显现日，所以我们今天非常的荣幸可以和李香玛雅还有在座的所有的奉献者聚集在这里，尤其是在 Shida Maya Bu， 所以我们是非常受到祝福的。那么现在呢，我们有请米歇尔玛拉来给我们带来讲课。还有哦，Krishna, Krishna,
Сегодня очень благоприятный день. Какой? Прежде всего, Омкара. Сегодня ей 12 лет. Омкаре исполнилось 12 лет. Это мальчик, который подходил ко мне, ему 12 лет. Его зовут Омкара. Он сказал, что сегодня что у него день рождения. Я ему цветочную гирлянду подарил. Это одно благоприятное событие этого дня, а другое причина, по которой сегодня благоприятный день. Какой-то фестиваль. В Китае у них, знаете, есть китайский Новый год. И китайский Новый год они празднуют 15-й день Нового года сегодня, вот, по китайскому календарю. Месяцы разделены на две части по 15 дней. Две недели Нового года китайского прошло. И традиционно в этот день, завтра, люди вернутся на работу. Они в поля возвращаются, будут пахать землю. Потому что зима кончилась, весна начинается, и они возвращаются к работе. Каникулы закончились. Люди, те, кто работает на заводах, они идут в отпуск, две недели дома проводят, а потом возвращаются в компанию, где они работали. Это подобно фестивалю, праздник. Дия означает фестиваль.
Это фестиваль. Все, кончились каникулы, возвращаемся обратно на работу. Две недели каникул отпусков закончилось, и теперь всем пора на работу. Это еще одно благоприятное событие этого дня. И третья причина. Сегодня день явления очень замечательного преданного в линии Гаудия Вайшнава. Его зовут Наротам Дас Такур. Мы немножко поговорим о Наротама Дас Такуре. Наротам Дас Такур. У него не было возможности увидеть Господа Чайтанью. Он явился после того, как Господь Чайтанья ушел. Но Господь Чайтанья, он знал, что в будущем появится великий преданный, которого будут звать Наротам. И Господь Чайтанья, он хотел оставить свои благословения для этого преданного. Господь Чайтанья, он омылся в реке Падма. Знаете, Ганга, она на много рукавов разбивается в Бенгале. И часть Ганги течет в Бангладеш. В Бангладеш. Река Ганга называется Падма. Во времена Господа Чайтанья Махапрабху не было разделения между Западной Бенгалией и Бангладеш. Это была просто Бенгалия. И эта часть Ганги, там, она называлась Падма. Господь Чайтанья, он оставил там свою прему в реке Падма. Он сказал, что в будущем народ там придет, и он омоется здесь, он получит эту прему. Так случилось, что Наротам родился не в семье браманов, но он родился в королевской семье, кшатриев. Но с самого детства он очень был привлечен к Гаудия Вайшнавам и к миссии Чайтанья Махапрабху. Наротам Дас, когда он стал маленьким мальчиком, они отправили его во Вриндаван, чтобы он там учился в школе. Потом тому, как люди некоторые отправляют детей в Майяпур или во Вриндаван, чтобы те получили образование в Гурукуле. Наротама приехал во Вриндаван, и он попал в школу Джива Госвами. Джива Госвами был племянником Рупы и Санатаны Госвами. Рупа и Санатана, они были его дядьями. Они были старше, чем Джива Госвами. Отец Джива Госвами, его имя звали Анупам, он оставил тело в раннем возрасте. Рупа и Санатан
Рупа и Санатана, они отправились и предались Господу Чайтани. Господь Чайтани отправил их во Вриндаван. Джива Госвами позже пришел во Вриндаван, чтобы быть там вместе со своими дядями. Джива Госвами had gone to young boy was naturally with the mother, stayed with the mother, and but then when he grew up, he wanted to go to be with his uncles. И Джива Госвами, он пока был ребенком, он рос с матерью, но потом он вырос и захотел примкнуть к своим дядям, поэтому пришел во Вриндаван. So one of the things which he did before he came to Vrindavan is he came here to Mayapur. Одна вещь, которую он сделал, прежде чем прийти во Вриндаван, он пришел сюда в Майпур. И он пошел на парикраму, чтобы посетить все места Господа Чайтани. So Jiva Goswami, after being here in Mayapur, he also после того, как Джива Госвами был здесь в Майпуре, он отправился в Бенарес, там он изучал санскрит. Затем он пришел во Вриндаван. Рупа и Санатана, они были старше, и после того, как они оставили этот мир, Джива Госвами стал главным из всех Госвами Вриндавана. Джива Госвами, он купил землю, где происходила Расалила Кришны, и он сохранил это место как святое место. Он также открыл школу, потому что он понимал, что необходимо образовывать людей в учении Господа Чайтани. И новости распространились. Разные Гауди Вайшнавы, они стали отправлять своих детей во Вриндаван, чтобы те получали должное образование. И три самых известных ученика, которые потом стали очень известными проповедниками из этой школы, они вместе учились, они были самыми выдающимися студентами этой школы. Наратам, Шьямананда и Шринивас. Ему дали титул, и Наратам стал Наратам Дастакуром. Шринивас Ачарья. Шьямананда Пандит. Наратам was told in a dream by Lord Chaitanya. Во сне Господь Чайтанья сказал Наратаму, что ты должен получить посвящение. Господь Чайтанья также во сне сказал ему, ты должен получить посвящение у Локанатхи Госвами. Наратам Дас отправился к Локанатхи Госвами, припал к его стопам, вознес молитвы и сказал, «Я пришел, чтобы получить посвящение у тебя». Но Локанат сказал, ну извини, я учеников не принимаю.
Локхинат Госвами был одним из первых Госвами, которые приехали во Вриндаван. Он пришел вместе с Бугарбой Госвами. Господь Чайтанья направил Наратаму, сказал, ты должен пойти к Локхинатхе Госвами и получить у него посвящение. Но знаете, когда подходит вопрос к посвящению, гуру, он не обязан давать посвящение. И Локхинат сказал, да я вообще учеников не принимаю. У меня вообще учеников нет. И не собираюсь тебя принимать. И Наратам подумал, что же мне делать, проблема. Господь Чайтанья снова во сне к нему пришел и сказал, ты должен от Локхинатхи получить посвящение, от другого никого не можешь, только Локхинат должен быть твоим гуру. И он пришел опять, и он возмолился Локхинатхе и стал плакать. А Локхинат сказал, нет, не собираюсь давать тебе посвящение. Наратам не знал, что делать. Что же мне делать, думал Наратам. Господь Чайтанья приказал мне, я должен получить посвящение у него. В это время Локхинат жил в очень удаленном месте во Вриндаване. У него было свое собственное место, свой собственный кутир. Он жил один. Кстати, это было как джунгли во Вриндаване. Вриндаван был сегодня таким, как сегодня, там, где машины и тук-туки. То-то, о-то. В общем, ничего этого раньше не было. И Наратам решил, что он будет делать. Он найдет возможность заниматься служением Локхинатху Госвами. Но Локхинат, он не хотел принимать никакого личного служения. И Наратам подумал, спрячусь-ка я, подожду, пока Локхинат не уйдет, потому что Локхинат, он ходил и посещал других госвами, он ходил получать даршан божеств. Наратам ждал, пока Локхинат не уйдет, а затем он начинал вычищать все место, где жил Локхинат. Затем он нашел место, где тот справлял нужду. И он также это место вычистил. И это продолжалось некоторое время, но через некоторое время Локхинат понял, кто-то приходит в мое место. Он стал понимать, что кто-то вещи двигает, чистит тут все.
Тогда Локонат придумал план. Он притворится, что он уходит, но спрячется и подождет. И он, как он тогда сделал, он увидел, что Наратам пришел и начал все вычищать. Локонат сказал ему, что ты делаешь? Почему ты приходишь сюда и делаешь это? Кто тебе сказал это делать? Но Наратам припал к его стопам и сказал, Господь Чайтанья сказал мне, что я должен принять тебя как своего гуру. И когда Локонат увидел, как Наратам решителен, Локонат сказал, ну хорошо, воспевай сначала святое имя какое-то время, и потом поговорим об инициации. Наратам какое-то время воспевал святое имя, через некоторое время Локонат, он ждал благоприятного дня, и в благоприятный день он дал ему посвящение. Локонат сказал, ты будешь единственным учеником. Я никаких других учеников больше не приму. И у Локонатхи был всего один ученик. Но Наратам, после того, как он получил посвящение и вернулся в свои родные места, которым являлась Бенгалия, он начал проповедовать. На самом деле Джива Госвами отправил трех основных преданных Наратама, Шьямананду и Шриниваса. Он отправил их вместе в Бенгалию, чтобы те проповедовали. Они были изначальными распространителями книг группы Санкиртаны. Джива Госвами дал этим преданным все книги, написанные Госвами, чтобы те привезли их в Бенгалию. Джива Госвами знал, что поскольку Господь Чайтанья ушел из этого мира, многие преданные, старшие преданные, все они оставляют этот мир. Преданные теряют веру. Им нужно слушать Госвами, им нужно читать книги. Подобно тому, как когда Шрила Прабхупада был с нами, мы все были очень счастливы, были защищены, Прабхупада с нами, мы могли бросить вызов любому, победить, потому что здесь Прабхупада, Прабхупада знает все. Но после того, как Прабхупада покинул этот мир, мы почувствовали себя беспомощными, мы потеряли нашего гуру, потеряли нашего основателя. Мы в беспомощном положении. Все мы сироты. Мы стали сиротами. У нас нет отца больше. Но затем мы начали осознавать, что нам необходимо принять прибежище у книг Шрилы Прабхупады. И мы начали изучать больше
и более тщательно книги Шрилы Прабхупады. И чем больше мы изучали книги Прабхупады и читали эти книги, тем больше мы чувствовали связь со Шрилой Прабхупадой. Джива Госвами организовал телегу, запряженную буйволами, огромную телегу, и они заполнили книгами. Также с ними шли трое преданных. На самом деле, эти три преданных, эти трое были очень искусными музыкантами. И также они были искусны в классической музыке. Не только играли на инструментах, но также они пели. Они очень хорошо подготовились к проповеди. Как-то преданные три семейные пары, которые приехали из Америки в Англию, в Лондон. Прабхупада лично помогал им и обучал их, как проводить киртаны. Когда они приехали в Англию, они смогли очень профессионально представить киртан. Мукунда Госвами. Он был пианистом, прежде чем стал преданным. Он также научился играть на мриданге. Прабхупада лично давал ему наставления, обучал его игре на мриданге. Позже, когда он приехал в Сан-Франциско, он нашел учителя, индуса, который научил его играть на мриданге. Потом была Ямуна Матаджи, она была вокалисткой в какой-то группе до того, как присоединилась. Таким образом, они были хорошо подготовлены к киртану, Наратам и Шриневас. Они также были музыкантами, очень великими талантами. И они везли это богатство в форме книг, написанных Госвами. Но так случилось, что когда они пришли в одно место, Бихар или Джариканд, ночью все книги были украдены. А местный царь этого региона, он услышал своего священнослужителя: эти люди будут проходить твое царство, и они несут с собой величайшее богатство. И царь услышал: о, величайшее богатство, через мое царство будет проезжать. И он отправил своих людей ночью
эти пришли и украли эти ящики. Они не знали, что в них находятся книги. Утром трое проснулись, и они просто в шоке были. О боже, книги пропали. Где книги пропали? Не было тогда никаких издательств, все писалось и переписывалось от руки. Захотели копию Шримад-Бхагаватам? Много времени занимало, чтобы переписать весь Шримад-Бхагаватам. Сколько там тысяч шлок в Шримад-Бхагаватам? Восемнадцать тысяч. В Рамаяне сколько шлок? Сколько там стихов в Рамаяне? 24 тысячи, да. 24 слога в Гайтри мантре Вальмики, который написал Рамаяну. Через каждую тысячу стихов он начинал со следующего звука Гайтри мантры. А в Махабарате там более 100 тысяч стихов. Большинство людей, когда они переводят Махабарату, они переводят лишь какие-то короткие фрагменты. Так иначе, книги Госвами украли, и преданные они были беспомощны, они знали, что случилось. Эти три преданных, они разделились, и Шринивас, он остался там, чтобы найти книги. Он организовал все, чтобы найти их. Но Нарада и Шьямананда, они отправились проповедовать в разные места. Шьямананда отправился в сторону Орисы, а Наратам отправился в сторону Бангладеш. Наратам также писал песни. Он мог писать очень красивые песни на очень простом языке. Его песни, хотя этот язык был прост, значение этих стихов очень глубоко. Каждое утро в храме Панчататвы мы воспеваем одну из его песен. Это одна из песен Нарота Мадаса Такура. Шри Кришна Чайтани Прабху и Кура Мори. Вы можете посмотреть в песеннике. Первая часть этой книги — это книги Бхактивинода Тхакура, и вторая часть — это песни Наротама Даса Тхакура. Наротама Даса Тхакура написал много-много прекрасных песен. Все они о Господе Чайтани и о Раде Кришне. Все написаны на очень простом языке, чтобы деревенские люди, бенгальцы, могли понимать.
Но там также организовал первый Гаура Пурнима, фестиваль Гаура Пурнима. Как называлось это место? Китури. 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 Место называлось Китури. Наратам Дас Такур, его место называлось Китури. Там он организовал первый фестиваль Гаура Пурнима, и люди пришли со всей Индии. Великие мудрецы, преданные, бандиты, браманы, все пришли пешком в Китури, чтобы принять участие в этом большом празднике. И во время фестиваля иногда Наратам он вел киртан. У него был свой особенный стиль ведения киртана. И когда он воспевал, преданные, они все могли чувствовать явление Чайтаньи Махапрабху и присутствие Господа Чайтаньи Махапрабху и Господа Нитьянанды. Они могли на самом деле чувствовать, что Господь Чайтанья и Нитьянанда лично присутствовали во время этого фестиваля. И как мы сказали, Наратам был единственным учеником Локанатхи Госвами. Но Наратам, у него было множество учеников. Он был величайшим проповедником, он был очень смиренным, очень ученым. И он вел замечательные киртаны. У него было много учеников, но он не был браманом. Обычно в ведической культуре гуру должен быть из семьи браманов. Но Наратам, он не был из семьи браманов. И он инициировал людей, которые были браманами. Даже людей из высокой касты браманов, он давал им посвящение. Эти новости распространились, что этот человек Наратам, он дает посвящение браманам, а сам он не браман. Потому что они принимали все по рождению. Они говорили, что ты должен быть браманом по рождению, только тогда ты можешь быть гуру. Но Наратам Дас Такур, он был из семьи кшатриев, но давал посвящение этим людям, которые были браманами. Некоторые люди, которые завидовали Наратаму и противостояли ему, они отправились к царю, и они стали жаловаться этому правителю, что это плохо, это против шастр, этот человек, его нужно арестовать. Нельзя разрешать давать посвящение людям вот таким образом. Так случилось, что царь, его убедили, что Наратам, он делает что-то неправильное, и он организовал группу людей, большую делегацию, чтобы они отправились в Китури, встретились с Наратамом, и чтобы они поговорили с ним и сказали, чтобы он остановил все это и арестовать его. Mm-hmm.
И ученики Нартама Дастакура, они услышали, что случилось, и они подумали: «О, нам нужно защитить нашего гуру Махараджа». Они составили план. Они замаскировались, одели на себя одежды обычных торговцев на рынке. На рынке у них есть эти торговцы, и там, в общем, были преданные, которые были учениками Нартамы. И один из учеников Нартама, переодетый торговцем, он продавал пан, листья пана. А другой преданный, он продавал глиняные чашечки, потому что, чтобы пить воду, они использовали глиняные чашечки. И группа шла с царем. Все они собирались в Кеттури, чтобы поймать Нартама. И они стали проходить через этот рынок, где эти замаскированные преданные сидели. И они захотели купить эти чашечки, чтобы попить воды, хотели пан купить. Они отправились к торговцам и стали разговаривать с ними. Но когда торговцы отвечали, они отвечали им на санскрите. Все эти браманы и пандиты, которые пришли с царем, которые хотели увидеть Нартама, они были потрясены. О, эти люди, они просто торговцы, на рынке торгуют, и они могут на санскрите говорить. Как это вообще возможно? Вы работаете здесь на рынке, продаете эти вещи, и вы так хорошо на санскрите говорите. Они сказали: да, мы ученики Нартама Дамодаса. И они подумали: вау, даже такие люди могут говорить на санскрите. А Нартама вообще, наверное, великий пандит. Эти браманы, они жаловались, что этот Нартама, он дает посвящение людям. Они говорят: он кшатри, он на самом деле не образованный. Но если даже эти ученики, которые просто торговцы на рынке, если они могут говорить на таком хорошем санскрите, то учитель, он великая душа. Они подумали: не хотим тратить время и беспокоить великого преданного. Они развернулись и пошли к царю, сказали: не будем трогать Нартама, пусть делает, что хочет. Нартама, он инициировал тысячи учеников. Его очень сильно любили все преданные. Он написал так много замечательных песен, которые мы до сих пор поем.
И он провел также еще одну интересную лилу, оставляя этот мир. Он жил на берегу реки Падмы или реки Ганги. Каждый день он ходил, принимал там омовение. Не то, что как ленивые люди, такие как мы. Мы в душ ходим. Каждый день люди ходили, омывали Ганги. И однажды Нартам пошел омыться в Ганге вместе со своими спутниками. Он уже был старше, был в возрасте, и некоторые ученики, когда он заходил в воду, они поливали на него воду. И когда они стали поливать на него воду, его тело стало превращаться в молоко. Там есть место на берегу Ганги. Вы можете поехать туда. Нет, не так далеко от Майпура. Может быть, 2 часа езды. Вы можете увидеть место там. Есть вывеска. Называется Дут Самадхи. Дут — это молоко. Когда Нартам Дас Такур вошел в Самадхи, все его тело превратилось в молоко. Хотите больше доказательств, что он великий преданный? Мы даже представить себе не можем, какая он был великая личность, оставил тело таким образом. Мы можем понять, что он был великой личностью. Сегодня день его явления. Все мы памятуем о нем сегодня. Мы попросим кого-нибудь спеть этот баджан Шри Кришна Чайтанья Дойя Гора Моры. Знаете этот баджан? Кто знает, как спеть, сыграть? Oh my.
Так, из этой песни мы можем понять кое-что о природе и замечательных качествах Нарутама Даса Тхакура. Он просит Господа Чайтанью Махапрабху: «Ты пришел освободить падшие души». Он говорит: «Я очень падший, пожалуйста, освободи меня». Наратам также является великим преданным, и он думает о себе, что он очень падший. И он молит Господа Чайтанью: «Я самый падший из всех падших, пожалуйста, освободи меня сначала». And then he prays to Lord Nityananda that you're always full of bliss, you're always joyful. И он обращается с молитвами к Господу Нитянанде: «Ты полон блаженства, ты полон радости. Но я такой печальный, пожалуйста, будь милостив ко мне». И в некоторых молитвах он обращается к Адвайта Ачарье: «Ты очень дорог Чайтанье и Нитянанде. И если ты будешь милостив ко мне, то я смогу получить благословение Гаура Нитай». Помня о спутниках и последователях Господа Чайтанья. Сваруп Дамодар был его секретарем, секретарем Господа Чайтанья. И также Рагунат и Джива, Джива Госвами был учителем в школе во Вриндаване, где он учился. Рагунат также был во Вриндаване долгое время. И он просит всех этих людей: «Пожалуйста, по вашей доброте благословите меня». Дайакора Шри Ачарья, Прабху Шринивас.
И, наконец, Дая Куру Шри Ачарья, Рагу Шри Нивас. А Шринивас был его другом, а когда он ушел в школу во Вриндаване, позднее они пришли туда вдвоем, Шри Госвами, Шринивас с Нароттамом и Шьямананды. И он также молит. Рамачандра — это Рамачандра Кавирадж. Он был другом Нароттама Даса Тхакура. И Шрила Прабхупада объясняет в комментариях к этой песне, смысл этой песни в том, чтобы оценить общение с преданными. То есть мы каждый день поем эту песню, и мы должны понимать, почему мы ее поем. Нароттам напоминает нам о важности общения с преданными. Это одна песня, один из примеров глубокого смысла, который Нароттам вкладывал во все свои песни, которую нам оставил. Ну, конечно, мы не говорим на бенгали, мы не знаем этот язык, мы не знакомы с бенгальским языком. Но Шрила Прабхупада говорил нам, вы обязательно должны знать значение, смысл песни. Если вы не знаете ее смысла, то вы не получите никакого блага от этой песни. Таким образом, Шрила Прабхупада лично наставлял нас. Когда мы пели эти песни, то он объяснял также и их смысл. Нараттам would also perform kirtan, and they would actually sit sometimes, they would go into meditation, they go into trance. И так народ там также проводил киртаны. Иногда он сидел в медитации, войдя в транс. And they'd enter into the pastimes of Radha and Krishna. И он таким образом входил в игры Радхи и Кришны. They were such great devotees, they would pass their days in this way. Он был таким великим преданным и проводил свои дни вот таким образом. Сегодня мы вспоминаем день, когда Нароттам Дас явился в этот мир. И мы молимся, мы пытаемся понять его замечательные молитвы.因为马哈拉姐是第一次来到我们的家，所以呢，我们有准备一份小小的礼物给到马哈拉姐。然后呢，在这期间呢，还有一个好消息是，圣座家菩萨和三明咕噜马哈拉姐他给大家也送上了我们今天的祝福，因为他今天有很多的会议，所以他没办法进入Zoom，所以他在开会之前呢，特意的给大家录了一段视频，然后献给大家，然后献给所有在线的家人们。 Сейчас мы покажем запись Джайпада Госвами. Но у нас для всех есть подарки. OK. Haribo, 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 His Holiness Bhaktivedanta Singh Maharaj Ki Jai. OK. 所以现在呢，我们有请Janaka
然后给祝福之后呢，我们还有惊喜的切蛋糕，因为今天是Narottama Dasaku的显现日。 不需要等Maharaj的视频播完，我这边会翻译，你可以重新播。 Hare Krishna， 所以圣泽迦帕塔卡桑米古鲁马哈对大家说，今天呢是中国的元宵节，所以我想向所有的 Kasha Desh 的奉献者致以最好的问候和祝福 ，Krishna Mati Astu， Krishna Mati Ruhu， 今天是非常吉祥的节日 ，Narottama Das Thakur 的显现日，所以呢我祈祷大家都能成为 Narottama，Narottama 的意思是人类中最好的人 ，Hare Krishna。 非常感谢参加Shika跑步，在鼓励着和启发着所有的 Kasha Desh 的奉献者。同时呢，我们听说圣座 Giridhari Maharaj 他非常的就是健康欠佳，所以呢，我们也向主林下帝祈祷。所以待会呢，我们切完蛋糕之后，我们也会唱林下祈祷文，祈祷 Giridhari Maharaj 和所有在中国传播的 Maharaj， 还有 GBC 领导们，以及在全世界传播的奉献者们。 以及所有的中国奉献者，祈祷你们灵性进步，身体健康，然后祝所有的灵性老师们能够传播顺利 ，Hare Krishna。 所以我们现在请 Maharaj 来给我们一起切蛋糕。大家都知道，在前一个多星期之久 ，Maharaj 的维亚萨普加刚刚过去，但是我们很遗憾的是，没有得到机会跟 Maharaj 一起庆祝。所以今天我们可以一起，然后跟 Maharaj 庆祝，然后我们可以一起唱 Hare Krishna Mahamantra， 然后切蛋糕。 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh.
现在呢，我们请尊敬的方切德潘切江尼法布来领唱尼西哈导文，然后让我们能够就是在尼西哈德夫的全面保护下，灵性进步，身体健康。然后同时，请所有的方切德可以来领尼西哈法比卡给你们准备的礼物 ，Hare Krishna。 Сейчас все получат Нарасимха Павитры. Namaste Narasimhaya. Jai Jagadishare, 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 Jai Jagadish
It's Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki. Yeah. It's gone founder Acharya, Srila Prabhupada Ki. Yeah. Nitya Lila Pravishta, Om Vishnupad, Srila Bhaktisiddhanta Sarasati Thakur, Srila Prabhupada Ki. Yeah. Anantakoti Vaishnavindaki. Yeah. Nam Acharya Srila Haridas Thakur Ki. Yeah. Premchagor Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadarha, Shri Vasadi Gaur Bhaktavindaki, Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopina, Shamkun Radhakun Giri Govardhan Ki, Vrindavan Mayapurdham Ki, Ganga Maya Yamunamaya Ki, Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki, Harinam Sankirtan Ki, Narottam Das Thakur Ki, all glories assemble devotees, all glories assemble devotees, all glories assemble devotees, all glories Sri Guru Sri Gauranga, all glory Srila Prabhupada. Hare Krishna. 所以现在呢，到了最重要的环节了，大家最期待的环节是什么？ 但是大家吃法萨冷之前，我们不能忘了线上的奉献者，所以我们给大家准备了一盘线上的供奉的饺子和汤圆。 Online devotee, you can speak. You can show this camera model. 好吃吗？好吃。你们可以打开你们集体打开麦，然后我们准备去荣耀帕萨等了。你们加那个包，你们可以继续你们的活动。哈利波。
所以现在我们要互相的顶拜，如果我们在服务当中有任何的冒犯，请求你们的原谅，然后我们一起唱贡献的顶拜祷文。 Vajaka Bata Rubya Cha, Eva Sindhubya Eva Cha, Patitana Pavanebyo Vaishnavibyo Namo Namaha. 然后呢，待会荣耀菩萨呢，我们是在对面的这个Maya Coffee， 然后我们特意请他们给了我们这个场地，非常感谢他。然后呢，我们待会荣耀完之后呢，大家可以以家庭为主的，我们每个人领一份台历 ，OK？ 하이보. So all the Russian devotees and our foreign devotees, please kindly go that Mayapur coffee. We go there for prasadam, and after prasadam, you can come and take your daily from our home. The one family, we have one daily. Дорогие братья, сейчас мы спускаемся, идем в кафешку на просад, и потом мы. Ну и все, и подарочки там еще будут. 我们会把这个箱子拿到那边去，大家就不用再回到这里了。当然欢迎大家每天都来做客。还有，非常感谢金萨森和你们的基金给大家在线上的奉献的直播，还有，然后今天的饺子是由我们的三巴格拉特妈的金和曹素霞妈的金准备的，还有有两三百个饺子供大家享用，然后还有我们的家人立刻妈的金给大家做了汤。